В день государственного флага Российской Федерации на театральной площади Славянска на Кубани состоялся торжественный митинг. Более 800 человек, среди которых трудовые и творческие коллективы, казачество, студенты, школьники, пришли отдать дань уважения государственному символу. Под звуки торжественного марша учащиеся детской школы искусств имени Пономаренко внесли на театральную площадь флаг Российской Федерации. За ними участники народного танцевального коллектива «Ритмы планеты» внесли триколор из воздушных шаров. Под торжественные звуки гимна сводного хора вокальных коллективов городского дома культуры был поднят флаг. Этого права удостоились председатель районного совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил труда и правоохранительных органов Вячеслав Салмин и заслуженный работник физической культуры и спорта России Валентина Стуклова. На финальных словах гимна в небо взмыли сотни сине-бело-красных шаров. Поздравляя славянцев с праздником, глава городской администрации Александр Коновалов подчеркнул, главная задача – воспитание молодежи в духе патриотизма. Мы постоянно работаем с ними, поэтому могу с уверенностью сказать, что флаг нашей державы в надежных руках. Молодые патриоты сумеют достойно пронести триколор, несмотря на трудности. Мы должны помнить о государственных символах не только в праздничные дни. Очень важно, чтобы уважение к флагу, гимну, гербу России стало частью нашей жизни. Государственный флаг – это наша история, символ единения народа, символ Родины. В государственной символике России отражается мощь и величие нашей страны, ее славная история – подвиги российского народа. И относиться к нему с глубоким уважением – обязанность каждого гражданина своей страны. Славянцы это понимают. День флага – это гордость нашей России. Вот что. И мы рады, что вот сегодня собрались и все вместе, молодежь. В первую очередь это гордость за свою страну, ведь флаг – это непосредственно один из главных символов нашей страны. Он значит для меня ту доблесть, ту славу моего отечества за этот короткий промежуток времени, что... Все те достижения, те заслуги моей Родины, они были не напрасны. Для меня этот день значит, в первую очередь, гордость. Потом для меня значит радость за то, что молодое поколение приходит на митинги, также гордится нашим флагом, нашей Родиной. День государственного флага – один из самых молодых праздников нашей страны. Но у него уже есть свои традиции. Чтобы подрастающее поколение знало и уважало государственную символику, во всех российских городах проходят тематические мероприятия. Так, в Славянске на Кубани в этот день прошли различные мероприятия, в которых приняли участие почти 2000 человек. В картины галереи Славянского историко-краеведческого музея прошла фотовыставка «Мы, граждане России». В отделе краеведения музея проходила выставка «Наш российский триколор». В Славянской центральной городской библиотеке также состоялись тематические встречи с юными славянцами. Ребята узнали историю российского триколора, познакомились с основными символами страны – гербом, флагом, гимном. Стоит сказать, что более 3 столетий российский флаг является одним из главных атрибутов государства, занимая почетное место в жизни россиян и государственной жизни всей страны. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».